Салют, ребятушки! Вы на канале GamePack, с вами Вейдер. Сегодня попробуем свои силы в футболе. Не в обычном футболе, а в кукольном. Посмотрим, что это за фигня такая. Так, игра уже началась? А где таймер? Где судья? Так, это у нас какой-то мини-футбол получается. Сколько вас... Эй-эй-эй! Ты чё толкаешься? Ух ты, я махнул. А, вот я вижу управление. Пробел. Е. Ого-го-го. Просто заправский пенальщик. Ф. Боксерский удар. И С присесть, да? Ух ты! Ты чё, а? Слушайте, ну мяч-то укатился. И чё, вы за мячом-то не пойдете? Вот симулянты, а? Смотрите, ударились и сразу же хватаются. На кого это все интересно похоже, да? Ну-ка, а я? А я такой же, ага. Так, мы можем выйти через... Ноу. А как нам теперь перелезть? Вот это... Давай-давай, кишка! Я смог. А мяч-то... Нифига мяч катится, а чё, он не остановится, что ли? Ух ты, я ещё могу и ходить. Мяч просто... только что упал за край карты. Что за фигня? Ну ладно, возьму другой. Так, вот я вам принёс мячик, ребята. Хоть спасибо вы сказали, а? Сразу же кидаются на него. Дайте мне пнуть. Да, я это сделал. Эй-эй-эй, вы видели? Мяч в ворота не залетает, чё за хрень? Ну-ка еще раз. Сейчас я... Прости, чувак. А, меня затолкали просто. А это, кстати, зрители, что ли, стоят? Ну-ка, пойдем на них посмотрим. Надеюсь, без меня ничего не будет такого. Проклятый забор. Так, зрители без глаз, как я вижу. Ну-ка. Угу. Вот это удар. Ты чё? Ты это на меня махаешь? Лёг быстро, да. Просто лёг от моего прикосновения. А ты чё тут встал? На тебе. В общем, с ними всё понятно. Это какие-то тюлени. Так, вернёмся за мячом. Опять они его туда упнули, а? Слушайте, вы надоели. Это был последний раз. Больше я вам мяч возвращать не буду. Так, я пнул его. Я это сделал. Два раза целых за игру. Опять они его за поле, а, запнули. А, нет, хотя бы не за... Так, что за доска? Ребята, ну давайте, ну оббегайте, ну что вы. А, я их этой доской дубасить могу. Так, вот как вы плохо играете, а? Блин, они меня тоже месят. Дайте мне встать. Так, я у вас мяч сейчас заберу. Проклятые углы. Тебе... Даже забор может меня отмудохать. Мяч отдай. Блин. Уже все сюда выбежали. Так, кажется, я под забором. Ну и зачем это было делать? Так. Ничего себе, я спец. Сейчас я его догоню. Я вам говорю, что я последний раз его возвращаю. Больше я вам его не отдам. Так, остановил. Так, если... О, да я даже так могу просто бежать его вести. Хоть спокойно можно потренироваться. Сейчас я вам его отдам, не переживайте. Только как его теперь туда запнуть? Так, куда ты погнал мяч? Эй! Он перелез через забор. И забрал у меня мяч. А ну стой! Собака! Жалко, факт показать нельзя. Чего говоришь? Мамка кушать зовет, что ли? Так это твой мяч был? Эй, ты куда?
Ладно, пока. Так, а мяча-то у нас больше нет. Думаю, на этом тогда можно и закончить это видео. Если вам понравился этот трэш, поставьте лайк, напишите какой-нибудь угарный комментарий, а лучше вообще подпишитесь на мой канал, дальше будет лучше. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и пока!